Всех горячо приветствую. Мы продолжаем с вами, ребятки, играть God of War Ragnarok. В прошлой серии мы тут немножечко подисправили косяки Мимирчика. Он там гномом поднасрал, скажем так. Своим... Или что, мы же забрали этот сундук. Странно. По его совету Один тут понаставил каких-то шахт, бурилень. Бурень Йордости. А, это мы вчера поставили. Ну почему? Не сохранилось. По какой-то причине не сохранилось. А, это бейзер. Короче, тушили мы эти плавильни, эти зубрильни. Пора идти дальше нам искать Тюра. Вообще нам, конечно, изначально нужно найти чувачка-гнома какого-то. Этим мы, собственно, и займемся. Да, после остановки буровых машин здесь, кажется, посвежело. Не кажется, а точно. Я... Ты прав. Бочонки пособираем. Спасибо, брат. Так, опа. А как? Мимир, сколько историй ты рассказал нам про Одина и Тора? И так про ладно, давайте. Идем по сюжету, По-моему, не будем искать какие-то обходные пути. Они вторглись в наш дом. Да, но я про историю. Про других, кому они сломали жизнь. Подумаем. Не сейчас. Правильно ж мы? Правильно. Чё, мы тут теряли какое-нибудь барахло? Оп, это нам точно нужно. Нормально. Так, ты мне скажи, я сделаю всё, что нужно. Синдри, ты мне сделаешь... Ага, недовелирская руда. Повышает силу, защиту, живучесть, удачу крадет. Ну давай. Удобно. Использовать сразу. Броня для рук. Удачу еще больше крадет. Носи с гордостью. Больше живучести добавляют. Броню для бедер. Защита на 12 падает. Давайте сделаем. А, давайте пожалуй, сделаем. Это лучшее, что я за сегодня сделал. И можем сразу апнуть ее. Постарайся ее не изгваздать, ладно? Кратос! А, это мы улучшили только что. А тут недостаточно ресурсов. Стороны и тут. Так, а ну что продать тебе можно? Продать тебе можно фигню. А что мне сделать? Пойти нахуй. Так, вот это вот мы можем барахло попродавать тебе. И помыть. И тут кровь везде. Спасибо. Так, что еще? Что еще тут? Угу. Можем улучшить рукояти. Шкура, а на Левиафане что? Тоже шкура. Ну ладно, береги по времени им пока. И она сбережет тебя. Нам сюда надо бы. Погнали. Я же даже не помню, как звать того гнома, которого нам нужно найти.
Отец, всегда ли правильно убить того, кто хочет убить тебя? Да. Так что еще не бы. Переживай. Весь Олимп перерезал, он еще будет... Дурлин, надеюсь, он рад, что мы разобрались с машиной. Отмазывать мотивы эти. И это его лавка? Ну, на это указывает знак, подвешенный так, что вот-вот рухнет кому-нибудь на голову. Такое себе местечко. Я б там не тарился. Мы ищем Дурлина. Вам назначено время. Ну, тебя в очереди не видно. Чтоб по времени подходить. Нет. А сюда приходят только если назначено? Пришел что-то у меня требовать? Думаешь, прицепил отрубленную голову на пояс, и я так напугаю, что сразу возьму и соглашусь на предложение Эстрид, а? Мы ищем пленника Одина. Он заперт в какой-то шахте. Друзья сказали идти к тебе. Откуда у тебя? Откуда у меня что? Ты ей им голову отрубил, а? Она была моей женой. Срался? Срался. А? Ручной. Мы с закуской гадали, куда она исчезла после провала бунта. Провала? Смотри, смотри. Да. Башка дырявая. Умерла. Кто остался в живых, платит за все. Я боюсь, что не могу помочь вам с поисками этого пленника. Но он может знать, как остановить Одина и избавить Сварт Альфхейм от асов. Я больше не желаю идти против Сятца! Тебя спрашивать никто Стойте, не будет. Стойте, пока не ушли! Сквертанул тупо на письмо. Возьмите. Что это? Штраф. Вы нарушили закон о чистоте, разгуливая с гниющей головой. Дважды упомянули истинное имя Всеотца и... покорёжили мой стол! Штраф? Какой-то ты слишком нервный. Не спешите. А теперь пошли вон. Все, пизда тебе. Собирай монетки. Привет тебе. Какая часть фразы «вон из моей лавки» вам не ясна? Ее зовут Закуска? А, да, конечно. Ну, тогда камень. Спасибо. Такой мерзкий чувак, боже, блядь, я уверен, мы его еще как-нибудь наебашим. Полетели. Эй, но это же не штраф. Не сейчас, впереди враги. Слабый, наверху, добьем его! Я ж не пальцем деланный. Чё, ещё? Ага. Yeah.
следующий. Враг слева! Поехал. За тобой, береги! А, можно потянуться. Враг слева! Да как же ты заебал-то меня, блядь. Ух, сука. Да что? Давай воскреснем, заебешь. Зачем покупали? Еще. Еще мантин малый. Кто еще? Сверху, брат! Боди. На, добей. Так вот, я хотел сказать, похоже, Турлин дал нам указание. Гном дал нам карту. Вроде того. Чуял, как от него пахнет. Но ведет она в шахту за той горой. Тюру. Целым Турлин нам помог. Не все воюют топорами и стрелами. Чё там, чё, чё? Я почему-то втыкаю и не обращаю внимания вообще на... Скажите мне. Не меняю никакое оружие. Я хочу в основном либо только с топором, либо только с клинками. Наверное, это не совсем правильно. Надо на полную юзать. Что еще тут есть где-то? Сундучок открываем. Идем дальше по заданицу. Ну давай туда сразу стрелу. За сандалем. Ворона Водина нету? Нету. Либо я плохо ищу. Наверное, на нем получится подняться в гору. Может, ты... там и будет эта шахта? Не поездка спеши. На поезде гномов такая редкость. Не спеши, Шкет, у нас еще есть миссии, кроме. Как будешь готов, поднимайся на вагонетки, брат. Окей, спасибо за совет. Че у нас тут?
Ага. Там куда-то можно пройти. Ну, это потом нам какие-нибудь приколы еще дадут. Какие-нибудь шмоточки. Мы будем уже на этих... Я не знаю, как эту срань назвать. Перемещаться, в общем-то, будем мы. Давайте сейчас откроем, не пора о чем-нибудь попиздеть. Эй, Даль, вот уж чье имя не хочется слышать. Ты сам только что его произнес. И Дурлин, ему и говорить не надо было. Все было написано у него на лице, вернее сказать, выжжено на голове. Выжег след на голове Дурлина? Зачинщиков провальных бунтов карают быстро и беспощадно. Он стратег Одина? Да, и владелец Гьялархорна, убежденный сторонник Одина. Уверенность в своей правоте очень опасное качество. Хиндаль. Интересно, будет выглядеть так же, как и в каком-нибудь фильме? Кажется, мы на месте. Марвеловском. Идем. Сюда, там еще вагонетка. Ищем, как перебраться. Так, осмотреться, малый, не спеши. Ты ж никуда не опаздываешь, Ворон Одина. Слышу, где-то может, есть эта тварь. Вот он. Безопасности? Один, похоже, очень не хотел, чтобы мы его нашли. Когда Тюр снова займет место бога войны, Одину станет уже не до нас. Если он хочет этой войны, я не буду ему мешать. Да чё ты, сука. Есть. Нормально. Дальше. Идем. Жучки какие-то. О, любовь. Это граффити. О! Так. Кажется, тут нужно особое снаряжение. Да? От этого толку нет, брат. Может, пойдем назад? Ну, раз вы настаиваете, братцы, пойдем. Не судьба сразу, видать, все собирать. А тут что? О, бля. И что, мне с этим кракозябром надо пиздиться? Это что, дреки? Что тут было? Осторожней. Кажется, он мертв. Да, точно мертв. Фух, блядь. А вот интересно. Так не хотел. Мать твою. Ну за... А, малый, стрелять! Ебать! Да как тебя, сука? Осторожно, босс! Еще, сука, пизды тебе дать, блядь. Малый! Ух ты ж, сука! Ага, понял. Беги! Ох, сука, давай, полетели. Насовывай. Да, сука. Ты чё, блядь, с ума сошёл? Падла, не контрится. Не контрится, а я невнимательный. Ладно, давайте пробовать заново возврат. Сейчас попробуем еще раз эту тварь вальнуть. Отрастреляй!
Так, иди сюда. На, хватит, да. На. Ой. Одно хп. За что? Я понял. Осторожно, вот. Хорошо, давай еще. На. Хорошо. Это не контрится. А, не вовремя. Уворачивай. Да был щит, почему он не работает, когда надо? Ножом. Вместе! Тяжкий был бой. Будь начеку, тут могут быть другие. Либо я плохо шарю, когда нужно контрить атаку. Слабая руническая атака для Кинку Хауса. Поехали, чё там? Апперкут.
код, который вызывает огненный гейзер, подбрасывающий соседних врагов в воздух. Ставим. По-любому у нас ничего другого нет пока. Будем езжать, что дают. Убил первого? Если это и так, их обоих сгубила жажда крови. Откуда мы пришли, неведомо. Давай сюда пройдем. Тут по-любому что-нибудь есть. Цикавенькое. Там, внизу, я вижу шахту. Должно быть, о ней и говорил Дурлин. Слева есть пути. Наверное, там еще одна вагонетка. Отец, а что если эта война не только Тюра, но и наша тоже? О. Война не единственный путь. Мы же боги, добрые боги. Мы хотим остановить Рагнарёк, помочь всем. Что делать, если невозможно без войны? Атрей. Главное не заблудиться потом. Это такой чувак, что могу и забыть, откуда пришел. Кузня вперед. Ага, видимо, каламбур. Это может быть так как легкомысленной шуткой, так и свидетельством недовольства гнома властью Одина над Свартальфхеймом. Можно ли назвать прогресс прогрессом, если он достигается из-под палки? Мысли о разумном. Не ломаются ворота, идем дальше. Ну так дальше, возвращаемся назад. Барахлишко. Серьезно, ничего нет? Есть. А, понял, откуда пришли. Так, а мы, получается, с той стороны, что у нас было? Откуда мы тут пришли? Не понял. А, вот отсюда мы пришли. Нам, типа, в любом случае надо было... Да, у нас не было. Бомба. Нерабочая, но да. Скорее всего, принадлежала Барри гному, построившему великий зал Люр. Ага, прохода нет. Ага. Кажется, здесь нужно особое снаряжение. Я думаю, что там тарахтит. В общем, да, нам нужно туда, в любом случае, да? По карте так пишет. Нет, по карте не так пишет, но... А что с навыками случилось? Что-то... А, можно открыть что-то. Левиафан. Доступны модификации навыков. С помощью жетонов модификации вы можете улучшить отдельные аспекты навыка. Выберите навык со свободной ячейкой для жетона и нажмите крестик для просмотра вариантов. Оглушение. Стихия, энергия. Жетоны можно приобретать за опыт. Замена уже доступных жетонов осуществляется бесплатно. Получен опыт. Приобретите жетон модификации прямо сейчас. Умеренное усиление эффекта оглушения, вызываемого навыком, заморозка, вечная мерзлота. Пускай оглушение будет. Да, все. И сюда можно что-то поставить. Ледяной бросок, прицелить, нажмите R2, что сила имеет на телефон вперед. А. М.
Ну, урон давайте пускай будет тут стоять просто. Не знаю, насколько оно нужно. Ладно, дальше идем. Давай, до вагонетки надо добраться. С ящерицей с этой почти всю серию продрались. Бред какой-то. Бобришка. Показалось. А как? Ага. Блин, крутая механика с этими клинками. Подняться обратно можно. А, ну да, типа, сюда не пускают, суки. Уничтожил. Чё ты орёшь на меня? Не надо было, ну ладно. О, таких придурков я помню с той части. В Муспельхейме. Долго с ними дрались. Наверное, нужно вернуть его в колею. А, правым, не тем стиком резал. По-взрослому. Ого, какой маленький. Ладно, нам нужно налево. Стой, лево от меня. Продолжай. Почти вышло. Еще чуть влево. Но если от тебя влево. Перебор. Мимир, скажи ему, надо влево. Ты че, дурак? Надеюсь, верно. Почти вышло. Еще чуть влево. Да, вот так. Еще разок. Начнем. Сколько раз я его в ту сторону, в другую сторону поправлял. На этот засранец маленький, все ему не так. От Кракена? А, закуски. Да, он весь в тени. Я хотел показать его Броку и Синдри, когда вернемся. Вот. Итак, мы решили разыскать Тюра, потому что не доверяем Одину, верно? Если так подумать, она бы... Ой-ой. Слева! Справа! Скримеры чуть-чуть. Фу! Что сигнал? Эй, найди тормоз вагонетки! Должен быть какой-то рычаг! Нашел! Ну тяни! Тяни! Отец! Ой! А чего вас так много? Кажется, он сейчас! Нет! Мать твою! Чё он кричал? Сумка или сука? Малый, ты чё? Вставай! Отец!
Мама. Успел. Так куда тебе? Справа, осторожно! Есть. Добить. Не успел добить, ну ладно. Еще? Есть еще. Поездка. Кошмар. Полностью согласен, братец. Так, обшмонать все надо. Малый. Осторожно, сзади! Да вы как-то слишком... Почему? Сверху, осторожно! Осторожно, сзади! Сверху! Да, я не вижу! Боже, смотрит в одну сторону, я не вижу вообще, кто откуда стреляет, бьет по мне. А, нормально. Должен быть спуск, но спуска нет. Дальше. Так, справа. Ялфа! Добьем. Вот это да! Пойдет. Я понять не могу траекторию чуть-чуть. Вот да куда ты? Так, тут ничего, да? Ничего, хилы.
Идем вниз, спустимся, чекнем, что там с этим сороком вороном. А ну там-то проще будет, да. Тульнуть по нему. Попадание. Очевидный брус потрошительницы. Иногда очевидные методы борьбы оказываются самыми действенными. А, артефакт старый. Уже бесполезный. Да хватит про тебя. Я говорю про этот брус. Подъебал. Невероятное место. Поддерживаю, удваиваю. Опять какая-то тварь повылазит отсюда. Давай туда сначала. Заберем сундучок, а потом второй откроем. Проход. Берегись! Берегись! Ты какой-то противный. Не попадешь по нему. Знаешь, парень, следил бы ты за языком, а? Просто слово. Я и не такое слышал от тебя. Дело не в слове. Ты вышел из себя. Мы падали. Летели вниз. Значит, я он думал, сказал, он сука. Ты хотел, чтобы это было твоим предсмертным словом? Нет. В миг опасности паника бесполезна. Опуздай ее и используй. Малыш взрослеет. Познает ругань. Там какой-то... Нет, нету какого-то. Вода питает кран, который держит груз наверху. Откуда идет вода? Ну просто что-то не вариант, да? Или вариант? Ого! А, мне вариант. Удалось перекрыть воду в желобе. Вот так. Пойдем дальше. Наверняка рядом найдется еще пара. Надо искать. Понимаю. Что нам дают здесь? О, вторая жаровня. Жаровня. О, надпись. Согласие здесь в больших кавычках. Согласие на совместное горнодобывающее предприятие Асгарда и Свартальфхейма. Не знаю, кто вырезал эти руны, но он хорошо завладел сухим казенным языком, сформировавшимся за десятилетия систематического террора и угнетения. Маленько запинаюсь. Не осуждаем меня только. А, вот третья. А чё? Ты серьёзно? Понял. Хитро придумано.
ХПшечка увеличена. Так, товарищи мои драгоценные, на этом, наверное, мы с вами закончим эту серию. ХП подняли, подрались с каким-то крокозябром. Не забывайте, подписываемся на канал, ставим колокольчик, ставим лайк под этим видео. Плейлист с полным прохождением игры будет в описании под видео. Всем удачи, всем пока!